порт Сент-Луси, Флорида, стоит дерево. Возле этого дерева произошло много ужасных вещей. История основана на реальных событиях. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Дьявольское дерево – корень зла. Не забывайте, работа журналиста – раскрывать правду, а не высказывать свое чертово мнение. Всегда помните это. Свободны. Почему он все время кричит? Не понимаешь, что он пугает до жути? Думаю, поэтому он это и делает. Он хорош, но неуравновешен. Может, когда станешь следующей Лизой Линк, он послушает тебя? Конечно. Может быть. Так ты уже решил, о чем мы будем писать? Нет, но я что-нибудь придумаю. Не пора ли уже? Слушай, разве я подводила тебя хоть раз за 4 года? Нет. Ладно, мне пора, уже опаздываю на йогу. Ты занимаешься йогой? Да, ты вечно говоришь, что мне нужно больше расслабиться. Ну давай. Как Джорджия? Хорошо. А как маленькая принцесса? Детский сад, когда это случилось? Должна быть там сразу после выпуска. Знаю, это CNN. По-моему, лучше не может быть. Нет, не думаю, что сразу начну работать с Андерсоном. Да, но я никуда не поеду, пока не придумаю, что мне делать со статьей для диплома. Знаю. Я тоже по тебе скучаю, тетя Деб. Да, скоро я буду видеться с тобой и мисс Эйвой на регулярной основе. Я тоже тебя люблю. Город решает судьбу дьявольского дерева. Им давно уже стоило срезать его. Где это? Парк Уакхамок, совсем рядом. Да, я знаю, где этот парк. В глубине леса растет это дерево. Много людей погибло там. Звучит зловеще. Почему они сейчас решают срезать его? Какие-то дети ходят туда и убивают кроликов или еще какую-то дичь. Это просто плохое место. Ха.
Интересно. Привет. Приветики. Где твоя мамочка? Слушай, оставайся здесь, хорошо? Я оставлю машину заведенной для тебя. Я быстро. Простите, мисс. Вы оставили заведенную машину с котенком внутри. Да, простите. Я просто хотела посмотреть на дерево. Не вы первая. Что здесь случилось? Здесь люди погибли. Не знаю, почему власти разрешают приходить сюда. Лично я хотел бы, чтобы его срезали. Кто-то умер за то время, как вы работаете здесь? Вы что, журналистка? Да, вообще-то учусь на журналиста. Не хочу показаться грубым, я просто не хочу, чтобы тут снова что-то случилось. Это не очень вежливо. Да просто не ходите сюда одна. Ходите с другом. Мой вот, например, всегда со мной. Спасибо. Счастливо. Пока. Дьявольское дерево. Странная Америка. Серийный убийца, пытки, увечья. Джеральд Джон Шейфер. Подозреваемый по делу жестокого убийства в парке Уакхамок арестован. Итак, мои крошки, расскажите, кто из вас первый познакомится с этим ножом для свежевания? Я!
Тогда ты. Повезло тебе. Все хорошо. Все хорошо. Можешь кричать. Уверен, это больно. А у тебя с другой стороны. Пока нет причин кричать. Я тебя еще не трогал. Вот так. Теперь можешь кричать. Ой, подожди. Ты не можешь. Шефер вернулся, чтобы заняться сексом с трупами жертв. Шефер, интервью с убийцей. Меня обвиняли в убийстве 34 женщин. Назвали 34 имени. Какой вынесли приговор? Признали виновным в двух убийствах. Форт Пирс. Здесь с нами офицер Джон Харрис. Офицер, вы были одним из первых, кто приехал на место преступления. Можете рассказать нам, что здесь случилось? Я могу сказать только то, что нам повезло поймать этого человека. Но я призываю людей не приходить сюда ни при каких обстоятельствах. Полагаю, это из-за того, что это место преступления? Просто это небезопасно. Привет, Роб. Приезжай в кафе, я нашла нам историю. Это неплохо. Помню, я слышал что-то об этом, когда был ребенком, но не знал, что это было на самом деле. Я живу здесь 15 лет и никогда об этом не слышала. Как ты нашла офицера? В сети. У меня есть адрес, теперь нужно понять, как связаться с ним. Телефона нет? Может, съездим туда завтра, посмотрим, захочет ли он поговорить. Попробуем. Мы серьезно попросим его снять интервью, если он откроет. Да, кто вы? Здравствуйте, мистер Харрис. Меня зовут Саманта, а это Роб. Мы студенты-журналисты, пишем статью об одном вашем деле 40-летней давности. Дьявольское дерево. Да. Ни за что. Забудьте. Я не думал, что он впустит нас. Что-то он какой-то мутный. Я знаю, что все называли вас безумным, и, может, вы сами так считали, но я так не думаю. Пойдем, Сэм. Что вам известно о дереве? Никаких камер. Все нормально. Ладно. Спасибо, что согласились поговорить, мистер Харрис. Можете звать меня Джон. Я не говорил о дереве очень долго. Это много значит. И кто знает больше, чем офицер, который расследовал это дело? Я больше не коп. Оно все для этого сделало. Что сделало? Никто не знает правды об этом дереве. А вы? Помогите мне понять. Я почувствовала там что-то. Вы ходили к дереву? Да. Ты не говорил об этом? Расскажите.
Что вы чувствовали, когда были там? Я не знаю. Мне показалось, что я слышала голоса. Мне показалось, что там кто-то есть. Кто-то или что-то? Что вы имеете в виду, говоря «что-то»? Если вы были у дерева, вас здесь быть не должно. Расскажите, что вы имеете в виду? Может, я могу помочь? Я надеюсь, он не выйдет оттуда с ружьем. Может, нам лучше уйти? Подожди. Мистер Харрис? Что это? Вы сказали, что хотите знать о расследовании возле дерева. Это съемка, которую я сделал на месте преступления. Забирайте. Я официально снят, сделаю. Пойдем отсюда. Черт возьми, этот чувак меня напугал. Как думаешь, о чем он говорил? Я не знаю, но я собираюсь выяснить, что. Это точно. Круто, что он дал нам пленку. Да. Что, в чем дело? Ничего, я просто думаю о его словах. Поедем в парк. У тебя камера с собой? Сделаем пару снимков. Вы очень проворны, поднимитесь. Мы будем говорить на одном из языков земных людей. Мне приказали отправить вас на специальную миссию на планету Земля. Честно, Сэм, что думаешь, происходит возле этого дерева? Не знаю. Но когда я была здесь на днях, я что-то почувствовала, как будто кто-то следил за мной. И ты меня знаешь, я не такая. И мне показалось, что я слышала шепот, как будто они говорили о том, что я здесь. Что значит «говорили о тебе»? Как призраки? О чем идет речь? В жужжащем звуке я услышала шепот. Послушай, признаю, что это интересно, но это как-то пугает. Можешь представить, что будет, если у нас получится выяснить, что здесь происходит? Разве не так начинаются фильмы ужасов? Хочешь, чтобы я просто снял дерево? Да, сделай пару снимков только дерева и несколько со мной. Ладно. Что? Что такое?
Ничего, мне показалось, что я что-то услышала. Ладно, иди к дереву. Если храбрости хватит. Прекрати. Я верю в то, что здесь произошло, но рассказы об этом дереве слишком раздуты. Да? Скажи это старику Харрису. Черт возьми! Боже мой, ты в порядке? Да. Надеюсь, что камера в порядке. Слава богу. Как ты упал? Да не знаю. Не видел, куда иду. Может, уйдем отсюда? Уже темнеет. Да, можем идти. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Да, нормально все. Просто хочу выбраться из этого леса. Дензел, можешь оказать мне огромную услугу и конвертировать это для меня? Спасибо. Я верю в то, что здесь произошло, но рассказы об этом дереве слишком раздуты. Да? Да, я в норме. Надеюсь, что камера в порядке. Слава богу. Да, я в норме. Минутку. Минутку. Что за хрень? Боже мой, этого не может быть. Покажи первый. Боже мой, смотри, это он. На этой фотке не видно, но на дереве такое же черное пятно. Как это возможно? Посмотрите на детали. Видно его лицо, одежду, все. Похоже на 40-х или 50-х годов. Это явно тот же ребенок, но как? И что это за черное пятно на дереве? Я не знаю, может, дерево проклято? Может, мальчик — это застрявшее там привидение? Какое еще может быть объяснение? Как говорит профессор Саймон, наша работа — найти правду, а не высказать мнение. Ну, я считаю, что правда в том, что в этом дереве есть что-то злое. Посмотри на мою руку. Ты можешь это объяснить? Что случилось с твоей рукой? Это с того падения? На что это, по-твоему, похоже? Мишень? Больно? Не очень, но как-то хуже становится. И кажется, у старика Харриса тоже есть шрам на руке. Теперь у тебя такой же шрам, как у него? Поверить не могу, что говорю это, но... Думаю, нам нужно вернуться и поговорить с ним. Согласна. Ничто из этого не имеет смысла. Он умер? Что? Вы издеваетесь? Сказано как?
Нет, нет, не сказано. Простите, мэм, вы знаете, что случилось с мистером Харрисом? Да. Он вышиб себе мозги. Копы ошивались здесь 2 дня. А разве не вы были здесь на днях? Да, мы журналисты, работаем над статьей. Спасибо. Должно же здесь быть что-то о пропавшем в 40-х или 50-х годах мальчике из этой области. Думаешь, узнаешь, кем был этот мальчик? Это безумие. Может, поищем лучше, что означает эта отметка? Слушай, всему этому должно быть объяснение. Даже твои мишени, которые, признаю, довольно странные. Послушай-ка это. Символ мишени появлялся на людях в прошлом и ассоциировался с дьяволом. Некоторые, получившие отметку, вскоре умерли или были убиты. Боже мой, Роб, смотри, это он. Черт возьми! Как? Сказала тебе, что найду что-нибудь. Бенджамин Мансон, 8 лет, 15 октября исчез, возвращаясь из школы. Ближайшую территорию обыскивали 3 дня, прежде чем поиски прекратили. Люди боялись, что случилось что-то крайне зловещее, так как тела найдено не было. Но некоторые его вещи были найдены на дороге, с которой, как считается, его похитили. Роб, я думаю, его убили возле того дерева. Я не знаю, что сказать. Думаю, ты права. Что, если ты прав, и там застряло что-то зловещее, захватывающее всех убитых там жертв? Мне нужно поесть. Ты голодна? Ты должен это увидеть. Все эти дети и другие люди ходили к дереву и снимали его. Да? Что они там делают на видео? В основном просто валяют дурака. Мы на месте двойного убийства 71-го года. От рук Джерарда Шефера. Мы осмелились провести здесь ночь. Девушки были связаны прямо здесь. Теперь, когда мы знаем, кто тот ребенок, я хочу попробовать связаться с ним. Думаю, это я его почувствовала, когда была там. Знаешь, Сэм, когда я решил стать журналистом-оператором, я как бы представлял себя снимающим вулкан с National Geographic или рассказывающим о стране третьего мира. Я не думал, что буду призывать духов и играть в Шегги и Скубби. Мило. Теперь ты называешь меня собакой? Нет, я просто... Я не знаю, как отношусь ко всему этому. Вот и все. Думай об этом как о раскрытии правды. Когда я была на йоге на днях, там была вывеска, которая гласила «Учись общению с духом». Может, нам смогут там помочь? Эй, ты слушаешь? Да, я слышал тебя. Выглядит хорошо. Может, тебе стать шеф-поваром, а не оператором? Держаться за то, что умеешь. Иди ты. Что ты еще там нашла? Похоже, в 90-е годы была девушка, которую похитили вместе с ее парнем. Да, и? Кажется, их, судя по всему, использовали в каком-то сатанинском ритуале. И зачем-то ее заставили смотреть, как ее парня жестоко убивают. Что делаешь? Ищу ее. Может, смогу найти, как нашла офицера Харриса. Нашла! Черт, я хороша! Может, тебе стоит поговорить с ней самой? Оператор тебе не понадобится для этого. Ты в порядке? Ты ведь не бросаешь меня? Нет, просто устал. Я отдохну, а ты едь. Хорошо. Спасибо за обед. В следующий раз готовлю я. Ты готовишь? Ну, не знаю. Ух ты, серьезно? Позвони, когда закончишь. Хорошо.
Кто вы? И что вам нужно? Здравствуйте, мэм. Меня зовут Саманта. Я веду журналистское расследование, ищу Натали. Зачем? Хочу поговорить о том, что произошло в лесу 20 лет назад. Мы разговаривали со всеми людьми, с кем нужно было. И это было давно. Вы правы, правы. Простите. Как вас зовут? Дарси. Она не в себе, поэтому, боюсь, разговоры с ней вам не помогут. Но если я правильно поняла, многих из вовлеченных людей так и не поймали. Эта статья может привести к закрытию дела, возможно, арестом. У вас есть 5 минут. И все. 5 минут. Спасибо, думаю, это очень поможет. Натали, у нас гости. Заходите. Простите. Натали, эта девушка хочет... Саманта. Это Саманта. Саманта. Она приехала поговорить с тобой. Она так и не стала прежней. Мне неприятно просить, но... Не могли бы вы рассказать мне о той ночи? Ей было 17 лет. Познакомилась с тем мальчишкой на улице. Для меня она все еще была моей малышкой, но... 17-летке ничего не запретишь. В ту ночь они отправились в парк. У него был фургон. Уверена, вы понимаете, что они делали. В тот момент все изменилось. Когда к тебе поедем? Почему ты хочешь ко мне? Мы постоянно говорим об этом. Постоянно говорим о знакомстве с твоими родителями. Они оттащили их к тому дереву. Там ждало еще больше людей. Все в черном, словно живые демоны. Ее раздели, привязали кольем в земле, представляете? И, видимо, они привязали ее парня к какой-то доске, находящейся над ней. Что они сделали с этим беднягой? Боже мой. Они разрезали его, как какое-то животное. Его кровь текла на мою малышку. Какие монстры станут делать подобное? То, что они сделали, не что иное, как ужас. Она лежала в крови этого бедняги, голая, привязанная к земле. Тогда она... Не могу даже сказать... Они оставили ей это замечательное напоминание. Как ее нашли? Они завернули ее в одеяло и бросили рядом с парковкой. Рейнджер парка нашел ее утром. Когда полиция пришла к дереву для расследования, не было никаких следов. Она сразу стала такой. Не могла говорить или взаимодействовать.
Нет, не сразу. Медленно. Со временем она становилась более подавленной. Мы прошли все возможные терапии, но ничего не сработало. Я должна задать вам этот вопрос, и он может показаться странным, но... Она когда-нибудь говорила о маленьком мальчике? Нет. Нет, не говорила. А что? Ему нужна была помощь. Но никто не мог помочь ему. Кому, дорогая? Мальчику, о котором она спрашивает? Никто не мог помочь ему. Привет. Привет. Как дела? Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Натали, что ты делаешь? Что это?
Эй! Привет, как себя чувствуешь? Отдохнул вчера? Не совсем. В чем дело? Я больше не могу работать над этой историей. Почему? Что случилось? Вчера мне приснился кошмар. И думаю, что его вызвало то дерево. Я видел мальчика и какого-то демона. Во сне? Как я знал, это был сон. Но что-то было иначе, будто в то же время это было реальностью. Неважно, я больше не занимаюсь этой историей. Она слишком сильно влияет на меня. Подожди. Стой, я знаю, что происходит что-то странное, но ты не думаешь, что это был просто плохой сон? Мне все время снятся кошмары. Не такие. Сэм, послушай. Прости. Мне пора. Ладно, профессор говорит, что моя работа — найти правду. Привет, это паранормальное явление. Привет, меня зовут Саманта. А где вы находитесь? В Майами. А порт Сент-Луси слишком далеко? Зависит от дела. Что там у вас? Вы Саманта? Джейсон? Ну, конечно, это вы. Готовы? Да. Спасибо еще раз, что приехали так быстро. Кажется, это была дальняя дорога. Было не так уж плохо. И вы не берете за это плату? Нет. Как вы можете выполнять эту работу, если вам не платят? У всех нас есть постоянная работа. Мы занимаемся этим, потому что нравится. И хотим знать правду. И вообще мы любим помогать людям. Интересно. Мы на месте. Что теперь будем делать? Я достану измеритель и проверю, нет ли тут вспышек. В то же время я запущу коробку привидений. Посмотрим, даст ли нам что-нибудь. Хорошо. Вы говорили, что засняли здесь на камеру маленького мальчика? Да, дважды. Также какое-то черное пятно на дереве. Я хотел бы посмотреть то видео, если это возможно. Да, конечно. А как вы думаете, что здесь происходит, основываясь на том, что нам удалось найти? Честно говоря, я не знаю. Но судя по тому, что вы рассказали, здесь происходит что-то плохое. На протяжении многих лет с каждым событием воздух накапливал все больше и больше плохой энергии. Словно что-то или кто-то удерживает здесь духов. Это вполне вероятно. Привет! Меня зовут Джейсон. Я пришел как друг. Есть тут кто? Кто хочет поговорить со мной? Я пришел с уважением и любовью. Кто здесь? Может, поможет, если вы что-то скажете. Иногда они реагируют на разных людей. Что мне сказать? Ну, просто попросите кого-нибудь прийти. Мальчика, например, вот этого. Позовите его. Я знаю, что здесь мальчик, которого зовут Бенджамин. Могу я поговорить с ним?
Боже мой, это было похоже на ребенка. Да-да-да. И чем ближе я к дереву, тем выше показатели. Это означает, что здесь много электромагнитной энергии. Вот смотрите. Продолжайте, продолжайте. Говорите. Думаю, мы слышим тебя. Можешь сказать что-то еще? Саманта. Да, я здесь. Я тебя слышу. Похоже, мальчик здесь, но также и что-то очень плохое. Вы это слышали? Ага, пошли к машинам. Я вернусь и поговорю с остальной частью моей команды. Позвоню позже, сообщу, когда мы сможем приехать. Думаете, это какой-то демон? Я не люблю говорить, пока мало знаю. Я вернусь с очень сильным медиумом и снаряжением. Но это может быть демоническая сущность, в принципе. Позвольте спросить, что еще случилось с этим деревом? Почему вы так привязаны к нему? Не знаю. Ладно. Честный ответ. Что ж, скоро поговорим. Хорошо. Послушайте. Что бы это ни было, уверен, мы уже с этим встречались. Хорошо. Что, Сэм? Ты не отвечаешь на телефон. Впусти меня. Эй, поговори со мной. Я правда не знаю, что сказать. Я сейчас сомневаюсь во всем в своей жизни. Эта история с деревом очень странная. Я понятия не имею, что значит тот сон. И почему, черт возьми, у меня этот знак на руке? Послушай, я тебя не виню. Все это безумно. Не говоря уже о том, что история ненормальная, и я просто хочу знать, что случилось с тем чертовым деревом. Я ужасно себя чувствую из-за того, что втянула тебя в это. Нет, не надо. Просто этот сон был таким реальным. Я словно был там. И серьезно, думаешь, самоубийство старика — это простое совпадение? Ты ездила к выжившей в том ритуале? Да. Ее мама рассказала мне о том, что произошло. Девушка не могла говорить. Это было ужасно. Становится только хуже. Неужели сам дьявол посадил это дерево? Что за хрень? Послушай, сегодня после разговора с тобой я связалась с командой по паранормальным явлениям. И этот парень приехал из Майами, встретился со мной возле дерева. Сегодня? Да. Что случилось? Мы были там только вдвоем, и он привез какое-то оборудование. Мы пытались пообщаться с тем, что там таится. Поверить не могу. Что-нибудь ответило вам? Мы думаем, что слышали мальчика. Что-нибудь еще? Не особо. Что не особо? Либо да, либо нет. Раздался какой-то звук, но мы не поняли, что это было. Какой звук? Рычание. В смысле рычание? Вероятно, тот же, что я услышал во сне. Что сказал паранормальный парень? Он согласился поговорить со своей командой и вернуться помочь. Сказал, что позвонит завтра или около того. Слушай, тебе больше ничего не нужно делать. Прости, что втянула тебя в это. Город прав. Нужно срубить это дерево. Может и нужно. Только после того, как я снова вернусь туда. Надеюсь, эти ребята помогут. В любом случае, я пойду домой. Мне нужно собрать вещи. Позвони, если понадоблюсь. Эй. Да.
Дай знать, когда эти парни позвонят. Нет, Роб, ты не должен, все нормально. Нет, я хочу. Просто дай знать, когда они приедут. Хорошо. Как вы объясняете успех альтернативной прессы? С кем они говорят? С вами? С кем-то в Оклахоме? С кем-то, кому вы доверяете? Привет, Джейсон. Хорошо, да. Завтра в 6 вечера. Хорошо, спасибо. Пока. Да. Он звонил. Он с командой приедет в парк завтра в 6 вечера. Хорошо, я приеду. Мы на месте. Готовы? Думаю, да. У нас все есть. Да. Привет, я Джейсон. Я Роб. Приятно познакомиться. Ага. Ребята, это Глория, наш медиум. Она поможет нам общаться с тем, кто там есть. И это Кевин, он наш техник. Эксперт по снаряжению. Привет. Ребята, это Саманта и Роб. Хорошо, мы готовы? Да, давай сделаем это. Пойдем. Кевин, когда придем к дереву, давай установим весь спектр и включим камеру, ладно? Посмотрим, удастся заснять что-нибудь. Нужно как можно больше узнать о дереве. Будь сделано. Поставь тепловую камеру. Можно. Да, Глория, сначала пойми, что чувствуешь, но не говори, ладно? Хочу сначала воспользоваться оборудованием. Без проблем. Могу сказать прямо сейчас, что за нами много кто следит. Что, прямо сейчас? Да. Я не могу пока сказать, кто они, но они наблюдают за нами. Кажется, нам сюда еще немного. Правильно, Саманта? Да, немного дальше по тропе. Повтори, где ты нашла этих ребят? Сэм. Ты помнишь, что мы слышали через приемник? Да. Знаю, это было жутковато, но постарайся контролировать свой страх в этот раз. Нам страшно, это нормально. Вот только они питаются отрицательной энергетикой. Она дает им силу. Логично. Только сказать легче, чем сделать. Я знаю, но это важно. Я приготовил ручную камеру и треногу на всякий случай. Это хорошо, покажи. Интересно, есть ли ночное видение? Неплохо. Ладно, мы готовы, Джейсон. Нужно только отформатировать карту памяти, но это займет всего несколько минут. Хорошо, давайте присядем возле фонаря и приготовимся начать. Здесь до чертиков страшно ночью. Знаю, но постарайся не бояться. Поверить не могу, что я здесь. Я рада, что ты пришел. Ладно, давайте помолимся по-быстрому. Великий Дух в небе. Мы просим Твоей заботы и защиты. И помоги нам сейчас выяснить, что нам нужно. Аминь. Аминь. Джейсон, мне любопытно, никогда не спрашивала, а какое самое безумное дело у вас было? Для меня выделяется всегда одно. Морпех. Однозначно. Что случилось с морпехом? У нас есть пару минут? Что с картой? Нас вызвали домой к снайперу-морпеху, который только что вернулся из Афганистана. Это был его третий тур или около того. Когда мы к нему приехали, он рассказал нам, почему так сильно боялся. Ночью он проснулся, пошел на кухню, чтобы попить, и заметил, что все его стулья выставлены один за другим у входной двери.
Я спросил его, страдал ли он от наркоты или принимал какие-то другие лекарства. Я не хотел проявить неуважение, но такие вещи нам нужно знать. Он сказал, что ничего такого не принимал, и мы решили продолжить. Мы провели осмотр и попросили Глорию посмотреть, что она может почувствовать. Появился иностранец. Его звали Абдул. Он рассказал нам, что там было 6 других духов. Все афганские солдаты, которых убил наш морпех. Я спросил их, какова их цель. Они заявили, что намерены отомстить солдату за свою жизнь. Я спросил их, как они планируют это сделать. И они сказали, что они будут сводить солдата с ума, пока он не совершит самоубийство. Именно в этот момент раздался громкий голос и закричал «Смерть всем вам!». Тогда мы решили провести полную чистку, но это было непросто. Мы пробыли там всю ночь. Наши тела были поцарапаны. Глории было невероятно плохо. Все оборудование не работало, но как-то нам удалось продержаться. И через несколько часов мы смогли очистить дом. Ух ты, это безумно. С морпехом все было в порядке? В порядке? Да он спал как ребенок в ту ночь. Не пойми меня неправильно, раньше мы сталкивались с чистым злом. Некоторые люди меняются буквально в мгновение, словно одержимые. Но духи этих 6 человек так сильно хотели убить этого солдата, что, вероятно, у них получилось бы. Ладно, мы готовы. Похоже, у нас что-то есть. Что видно? Уже исчез, но... Было похоже на небольшую фигуру за деревом. Будто прятался за ним? Верно, можно и так сказать. И судя по этому, нас окружает несколько сущностей. Включи геобокс. Глория, ты ничего не чувствуешь? Я что-то чувствую, только не знаю, что. Оно словно не хочет, чтобы я увидела его. Кто здесь с нами? Мы видим, как вы подходите к камере. Скажите что-нибудь. Представьтесь. Я слышу там звуки. Я тоже. Поговорите со мной. Все в порядке. Мы здесь, чтобы узнать правду. Кто вы? Бенджамин. Вы это слышали? Он сказал Бенджамин. Это тот мальчик, верно, Сэм? На радаре все еще есть сущности? Они исчезают один за другим. И, видимо, тут есть красная точка. Что такое красная точка? Более низкая вибрационная сущность. Что-то более мощное и зловещее. Как демон. Глория, ты можешь попытаться связаться с мальчиком? Конечно. Как его зовут, напомни. Бенджамин. Мы хотели бы поговорить с Бенджамином, если можно. Он здесь. Он очаровательный. Ему 7 или 8. Да, ему было 8. Ну... Сэм, хочешь поговорить с ним? Уверена, он ответит тебе. Да, я могу. Бенджамин, ты меня слышишь? Я погружусь глубже. Позволю говорить через меня. Да, я здесь. Я тебя слышу. Привет, Саманта. Привет, Бенджамин. Можно спросить, Бенджамин, кто еще здесь с тобой? Я хотел бы поговорить с Самантой, если вы не против. Да без проблем, не вопрос. Бенджамин, ты здесь один? Нет, есть и другие.
Мы можем что-то сделать, чтобы помочь тебе? Нет. Теперь никто не может мне помочь. Я теряю связь. Продолжай разговаривать с ним. Бенджамин, ты меня слышишь? Да, я здесь. Это снова происходит. Я чувствую разрыв. Такое происходит, если что-то другое ограничивает энергию. Бенджамин, я не знаю, слышишь ли ты меня, но мог бы ты рассказать, что с тобой случилось? Да, Саманта, я тебе расскажу. Я был здесь первым. Я был ребенком. Я был первой жертвой этого дерева. Я не сам решил пойти сюда. Меня похитил из школы мужчина. Он обманул меня. Потащил меня в лес. Велел мне вести себя, как собака. Я не мог защитить себя, и здесь никого не было, чтобы помочь мне. Вскоре я умер от сердечного приступа. Я больше не мог терпеть боль. Твое тело нашли? Мое тело было уничтожено и выброшено в другом месте. Я вернулся сюда, потому что я здесь умер. Теперь я здесь с другими. Я далеко не самый взрослый. Но я самый сильный. Поэтому я лидер. Видишь ли, Саманта? Это не дерево. Это я. Что будем делать, Сэм? Я не знаю, что, черт возьми, происходит. Посмотри. Что это вокруг нее? Зачем ты это делаешь? Со мной поступили неправильно. И я отомщу Богу. Он бессердечный Бог. И я причиню боль и страдания как можно большему числу людей. И я в этом хорош. Боже мой! Собирай вещи. Мы уезжаем. Нужно отвезти ее в больницу. Ребята, пошли! Мы не можем ждать вас! Я догоню! Пойдем, Сэм. Они уже на полпути к парковке. Это не твоя вина. Сэм, что ты делаешь? Я знаю, ты хороший мальчик, ты должен прекратить это. Черт возьми, что ты делаешь? Это демон! Ты пытаешься образумить его? Я чувствую его боль. Я хочу ему помочь. Знаю, что смогу ему помочь. Это безумие! Бенджамин, послушай меня. Я знаю, что ты меня слышишь. Ты причиняешь боль невинным людям, таким, как был ты и я. Мой отец приходил ко мне в комнату, когда мама работала допоздна. Я убегала и пряталась, и он превращал это в игру. Прятки. Я пряталась в шкафу, но знала, что он найдет меня. Но я была маленькая и не знала, куда идти, что делать. И когда он находил меня, он играл со мной, не открывал сразу дверь. Я пыталась исчезнуть оттуда. Пыталась перенестись в другое время. Саманта, я не стану повторять. Нам нужно уходить. Немедленно. Бенджамин, тебе не нужно больше этого делать. Ты можешь прекратить, можешь простить человека, который сделал это с тобой. Я знаю, Бог уже простил тебя за то, что ты сделал.
Мне не нужно прощение Бога. Ему нужно мое. Бенджамин. Я просто хочу тебе помочь. Я же сказал, что теперь никто не может тебе помочь. Роб, что ты делаешь? Роба здесь больше нет, Саманта. Я делаю эти ужасные вещи. Это мой план. Я был немощным, когда был жив, но здесь я имею власть. Не надо мной, нет. Давай изменим это. Нет. Давай покажем, что ты есть на самом деле, Саманта. Тебе ведь нравилось, когда твой отец сделал это. Ты меня слышишь? Ты сильнее этого, Роб. Это говорит маленькая девочка. Я сказал тебе, что Роба больше нет. Думаю, пора тебе присоединиться ко мне у дерева. Ты мне нравишься. Боже мой, Роб! Мне так жаль! Прости меня! Все это сам? Так делай сам! Боже мой! Мальчик, я приказываю тебе прямо сейчас отпустить ее! Во имя Иисуса Христа! Ты знаешь, что не можешь ничего мне сделать! Отпусти сейчас же! Полгода спустя. Атланта, Джорджия. Помощь из рая. Держи, дорогая. Спасибо. Поверить не могу, как она выросла. Знаю. Не понимаю, куда девается время. Кажется, всего в прошлом году мы жили во Флориде. Стивен искал работу. Я моргнула глазами, и мы здесь. Нельзя предсказать, куда занесет тебя жизнь. Это точно. Как ты со всем справляешься, Сэм? Поверить не могу, что жива. И думаю, что вместо него должна была умереть я. Учусь жить с виной. Я знаю, что ничего не могла сделать, просто не понимаю этого. Представить не могу, через что ты проходишь. Но я знаю, что ты сильная женщина. Не забывай об этом. Спасибо. Просто иногда я не чувствую себя такой сильной.
Но это правда. Я всегда знала это о тебе. Итак, как работа? Только началась, и она сложная. Но это потрясающе. Это так здорово. Я счастлива, что ты здесь. И теперь ты ближе, и мы чаще будем видеться. Как ты там, дорогая? Хорошо, мама. Пить не хочешь? Нет, мама. Я пойду поиграю с ней. Попалась. Что ты делаешь? Играю. Да, могу я тоже поиграть? Конечно, садись. Почему ты это нарисовала, дорогая? Я не рисовала это, глупышка. Мой друг нарисовал. Как зовут твоего друга? Бенджамин. Настоящий Джерард Шефер. Найденные возле дуба кости в 77-м. Настоящее фото дьявольского дерева. Улики указывают на два тела. Дело Шефера изучается. Следы от огня и топора на дереве. У самого корня зла пасторы собираются вместе, чтобы изгнать дьявола из дьявольского дуба в Сант-Лусии. Владелец топора не одолеет дуб. Крест на 2,5 метра предупреждает сатанистов держаться подальше. Дуб в порт Сент-Луси рубить не будут. Я первый, кто подвергся здесь насилию. Я не сам решил сюда прийти. Точно. Кто-то привел тебя сюда. Да, меня обманули, и он был очень болен. Мы можем заставлять людей, которые приходят сюда, делать плохие вещи. И это то, чего мы хотим. Многие из нас идут за вами уже сейчас. Мы жестоки. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас.